Она человек хороший, поэтому не обманет. Ага. Три раза где-то было. Что это такое человек хороший? Это не профессия, понимаете? Значит, для того, чтобы ваше доверие не улетело в трубу, ваше дарение не превратилось в то, что вы отдали, и человек это как бы воспользовался и вас оставил ни с чем, вы должны уметь увеличивать свою собственную ценность. Ваша собственная ценность – это ваше умение становиться больше, круче, ярче, эффективнее. В целом ряде аспектов человеческого взаимодействия. Понимаете, хорошую кухарку найти можно, хорошую уборщицу найти можно. Найти человека, с которым ты будешь чувствовать себя в этой жизни, как на приключении, в котором есть этот мир, с которым ты хочешь делиться чувствами, ты хочешь делиться впечатлениями, ты не хочешь чувствовать, ты не чувствуешь себя одиноким, ты просто даже не думаешь про это, потому что так вы друг друга понимаете. Такого человека найти непросто. И это огромная ценность.